Привет, привет. Хочу вам рассказать немножко о парфюме, который у меня уже есть от компании Siberian Wellness в преддверии как раз праздника женского дня 8 марта, чем мы можем сами себя порадовать и чем угодить своему настроению. Ну, давайте вот я вам начну рассказывать про нашу новиночку. Это Golden Violet и Ambre Absolute. Это, то есть, здесь, смотрите, идет фиалка и абсолют амбры в составе, ну, как нам заявляют, какие там нотки есть, ноты ананас, роза, жасмин, золотистая фиалка, мускус, амбра и сандаловое дерево. Вот такая вот красивая золотистая упаковочка. Все с честным знаком. Ну, так как с 1 марта вообще все БАДы и вся парфюмерия, все-все-все переходит на честный знак, да? И поэтому наш производитель старается поддерживать честный знак. Ну, вот смотрите, вот такая вот красивая бутылочка или такой флакончик красивый. Я уже сама начала пользоваться. Мне этот аромат очень и очень понравился. Ну, я люблю такой аромат свежести, весны и лета. Вот как раз вот здесь вот чувствуются нотки, ну, каких-то фруктов, связанные с цветами. Держится он не так долго, как вся серия розы, но достаточно все равно так вот, ну, на полдня вам точно хватит. Ну, это же парфюмерная вода, не духи, да, не концентрат. Здесь 50 миллилитров, вот, стоит 2300 рублей. Вот такой вот маленький, маленькая новиночка. Следующее вам хочу рассказать про серию розы. К сожалению, упаковочку выбросила уже, но это вот розовая роза. Розовая роза и морская соль. У меня где-то с декабря месяца вот этот флакончик, видите, ну, означает, что я им пользуюсь. Мне очень нравится такой вот немножко как пудровый запах. И вдалеке можно учувствовать как раз морские какие-то нотки. Стоит также этот флакончик 2-300 рублей, 50 миллилитров. Но этот по стойкости уже очень и очень стойкий. Хватает до 8 часов точно. Вот я утром на себя наношу, и вечером я еще ощущаю этот аромат на себе. Также хочу вам рассказать вот про такой вот Dark Vanille и Cherry Blossom. Это у меня маленькая миниатюрка. Стоит, по-моему, то ли 1450, то ли 1900, сейчас я не вспомню, не скажу вам, сколько он стоит. По запаху, знаете, где-то вдалеке здесь как раз вот черри вишней отдает, и что-то такое ванильное. Очень и очень тоже концентрированный и хорошо стойкий. Поэтому, девочки, все это парфюмы, созданы французскими парфюмерами специально для компании Siberian Wellness. Если кому-то интересно, вы можете мне написать в личное сообщение, я вам пришлю полное описание, либо ссылочку на каждый из парфюмов, и можете заказать себе, либо своим родственникам, своей маме, сестре, подруге в качестве подарочка на 8 марта. Всем приятного дня, хорошего настроения, всех жду, пока-пока!